Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Майнкрафт, все говорят, хочу Майнкрафт. Ну я ж как против зяблов не попрешь. Зяблы это сила. Нет бы сфоткала свою Дед, девочку. Я тебя люблю. Но ты такой же туп в Майнкрафт. Сделай золотые яблоки. Стол зачарованный. Яблоки на два снегу. Эмдер спирита твоя... для телепортации О, вещей. Спасибо, брат. Потом можешь идти в ад попускать Яшку. Я понял, сейчас будем играть только так, знаешь, как бы максимально продуктивный гейминг, это так называется. То есть, чтобы сразу зашел, победил, вышел, извинился и пошел спать. Вот как оно называется. Все. Так, что мне надо? Я потерял все, умер. То есть, да, человек умер, потерял все. Есть контакт, есть контрафакт, пожалуйста. Побежали в дом, делать надо... Ну, по новой, по сути, тоже надо. То есть, сюда-сюда фармиться пацанам, туда набивать пацана ингредиентами. То есть, туда-сюда бах-бах, там, древеску, там. Двасточки тоже там нету, ничего. Есть такая даже пословица... Переезжай в другое место, в идеале ближе деревни. Ты все ресы вокруг себя залутал, плюс у тебя в аду плохое расположение. Так и что ты мне предлагаешь? По-новому начитать игру? Не, подождите, мне что, может, правда там, ну... При создании нового мира можно включить сохранение лута. А это бред. В смысле, как? Мне его нужно себе забрать с сундука в инвентарь или что? Бред какой-то. Ай, блядь! Ёбаный в рот! Нет, тогда новый создать. Я начну просто новый мир и все. Ты никогда не пройдешь детскую игру без читов. Потому что ты... Я убью коров всех здесь, абсолютно всех. Деревню надо искать. То, что там, да, согласен. Там типа обменку можно делать. Бартер, челлендж. То, что у меня, ну, если есть поблизости, то да. Если нет, я не буду там всю карту сейчас искать. Где мне их там искать? И все. Вон коровы зато есть, еда есть. Вот а там что-то, там похоже что-то на базу. Деревню, вон там. Да, зима, конечно, лютая, холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции! Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скид. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально ну за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Дед, позвони моему другу, быка никак умеешь, ням-ням-няма. Я понял тебя, бан. Бан-бан. Вот там, по-моему, да, деревня? А чё там, деда, чё? Хлеб всему голова. Я в деревне, пасеки. Привет пацанам всем. Привет. Обменка осуществляется. Кристальная магия, понял. Есть контакт, меняю дерево на кусок мясника. Что получаем? Ничего не приобретаем. Понял, нихуя, да? Я, допустим, ну как это работает? Земли кусок тебе могу дать, яйцо. Яйца турецкие, обменка. Так не работает. Хорошо, иди на... Тогда плохой торговец. Ничего себе, я сейчас
домик, ну, кроватку поставлю прямо у них в деревне, вот тут просто. Ой, сука. Я понял, нельзя, да? Я домик делаю. Каждый с чего-то начинает. Вот у меня такая небольшая земляночка. Все, пацаны. Я здесь и сейчас. Шерсть нужна. Блин, а что я сисим, ну, блин? Там можно украсть кровать и все. Нахуй мне, блин, кровать крафтить, если тут у людей есть кровати. Встань, пожалуйста. Спасибо. Поспишь как-нибудь по-другому. Ну, разберетесь. Нормально. Еду жарить на костре? А как? А, вот так вот. Прикольно. Ты чё, блядь, там? И сколько её жарить? Чё-то она не жарится. Во! Чё-то оно как-то малопитательное. Не нравится. Добавь угля в костёр, чтобы лучше не сожарилось. Да погоди ты с этим углем! Просто нажми лопатой по костру правой кнопкой мыши. Сейчас, брат. Надеюсь, Алина тебе за такое выдергает все последние волосы. И облысеет не она, а ты, скуф. Тяпка, блядь, ты не понял. Женщина, сука. Что нужно сказать? Я потушил Росли. Костер сказал, лопатой, как ты сказал, иначе, мутанта, мутаген, ебаный. Сука! Углов, ты потерял. Уёк! Не знаю, я кредиты никогда не брал. А в Луганске что там вообще вернулось, и... Так, что мне там надо для печки? Все есть. А, нету. Бульдыжника, я как раз их выбросил. Ну вот они. Тю, блядь. Иди нахуй. Все. Сейчас мне надо жрачку сделать сначала. Потом уже идти туда вниз. Дракона. Да мне, по сути, до дракона остался один шаг. Ну так, если чисто начать, то, ну я не знаю, ну часа два. Не, ну два это мало, часов пять. И тогда Майнкрафт будет пройден. Часов пять, да. Так, дверка вот такая, Катя. Все. Все, сосать. Изи, изи. Ну вот, построил себе, видишь, уютненькое такое гнездышко семейное. Могу пригласить любую девочку из чата потрохушку сделать прямо здесь. Возле печи тепло, здесь вот сундучок тут со всеми добычами лежит. Не, ну согласись, уютненько. Мне нравится, допустим, я ну, кайфулю поймал. Искусственный тех пришел, пора. Дед, спасибо, пошел. Что делаешь контент для Твича. Будет интересно посмотреть, как он нарежет твои попуски и рестарт игры. Искусственный интеллект пробудился. Как этот самый программист помер. Зачем смотреть стримы Валакаса, когда самое интересное можно посмотреть у Твича? Там а все попуски пожилой женщины за клавиатурой зафиксированы. А я же его скоро закрою, все. А ты ни в одну игру не умеешь играть. Лох. А ты умеешь, да? Ну давай, тогда покажи. Я тебе пизды дам сразу, вот. Ты лох. Итак, внимание, чат. Олечка пошла спать. Зайка пошла спать. Давайте все будем это иметь в виду. Олька пошла спать. Она услышала про секс. Юсик
и пошла спать. Пена, ты сейчас у меня пойдешь надолго спать. Тут где-то паучок. Ух ты! Ой! Шапани! Опа! Шапани! 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 Собачий глаз. Блять, сука, меня ебут, по-моему. Блять, меня ебут, сука. Блять. Сука, в рот, сука! Сука! Забыл воспользоваться электрикой. И щит поставить. Хапани. Сюда. Вот шахта. Хапани. Так, а тут теперь надо понять, где. Хапани. Туда я не шел. Тут тупик. Так, блин. А вот тут, в этих лабиринтах теперь найти бы, где я был. Ой, блядь. Смотря. Смотрите, пасеки. Смотрите. Вот тебе и пожалуйста. Золотая жила. Ух ты! Ой, извините. Да, вон Яшка. Опять, сука. Сейчас. Я где-то тут умер тот раз. Вот здесь. Во. 10 лет прошло. Тебе за них спасибо. Дальше быть вместе. Нам невыносимо. Выпьем пивка. Покурим айка. Разойдемся с тобой. Отъебись, я занят. Сейчас будет драться. Сейчас уйдут. Папочка, мамочка, Сережечка, братик, блять. Опа, умер. Блять, сука, сука, я не мог найти, не понял я. Вот как, блять, вот это вот запомнить, сука. Раз. Так, ну это ладно, вот это вот сюда. Вот этот вот дырку надо найти мне ее. А, так это прям здесь. Вот это прям здесь. Вон. Где-то здесь. Блять. Вот оно, сука. Прям здесь, сука. Да, блять. Все, блять. Есть контакт. Все. Хочу табличку. Сколько? А, тогда 500.
Тебе 500 скидки, потому что маленькие сегодня. Спасибо. А, блядь, извините, это дом чей-то. Думал, дерево, сори. А чё это? А чё это такое? А, это мой дом. Не, просто тут верхолазка. Хочу табличку. Вот, сейчас, ребятки, пошел процесс. Вот, это... Надо тогда углубляться, так скажем, расширяться, раз, так сказать, пошло. И мне тоже табличку, и давай еще раз Грустный вальс послушаем. Табличку. Понял. Есть. Так, ну вот табличечная комната. Благоустройство аппарата. Красиво, чтобы было это типа почет славы. Мерлов. Сюда вот. Вот. Не, некрасиво. Табличку. Месье. О, братишка, тогда 500. Все. Нижневартовск. Тут надо немножко оградиться, чтобы видно было. Есть контакт. Вот, смотря. Подземка. Все. Так вот, заходишь, тут уже все, элита. Это Нижневартовск. Это Верхоласск. Не, согласитесь, товарищ. Нет, это там, чтобы было видно издалека. Антенка. Верхолазная. Минуты молчания, секунды и дни. Не сгорел бы огонь нашей любви. Тихая ночь, темная комната. Я как будто с тобой, но сейчас мы одни. Тяжело, не пойму, что происходит у нас. Так знакомы давно, и звучит грустный вальс. Там грустно в душе, не пойму, что убивает сейчас. И до рассвета появится солнце, но потухнет моя сигарета. Кружка кофе, тишина. Блять, долбоёб. Ты рядом со мной. Чтоб ты собрался. Тишина, допитый бокал, нелепое эхо. Я без тебя кукухой поехал. 10 лет прошло, тебе за них спасибо. Дальше быть вместе нам невыносимо. Выпьем пивка, покурим айкас, разойдемся с тобой под грустный вальс. 10 лет прошло, тебе за них спасибо. Дальше быть вместе нам. Выпьем пивка, покурим айкас, разойдемся с тобой под грустный вальс. Я перееду в другой город, в другую страну. Пускай я обещал любить тебя одну, но удавкой на шее смертельно сжалась реальность. Нашей страсти и любви просто не осталось. Выденность, недовольство, недопонимание. Все реже радость между нами и все чаще страдания. Вместо нежности ревность, вместо секса порнуха. Молча ляжешь в кровать, не поцелуешь за ухо. Как же, сука, внезапно стало все как у всех. Сам хапанул тех проблем, что раньше вызывали смех. Все чаще плачешь на кухне, все реже наши объятия. Пускай решение трэш, но его должен принять я. Расставание — единственный выход для нас. Только не кричи, пока звучит грустный вальс. Мы взрослые люди, все сможем решить. Блять, дырки нету алмазной. Не надо спешить. 10 лет прошло. Дырка, сука. Спасибо. Дальше быть вместе. Еды нет, кирки нет.
Твоя мать екала, сучка твоя! Все вроде, да?